Всем привет! Сегодня у меня радостный день. Вот приехал в Москве, на МКАД, в один из торговых центров, для того, чтобы забрать свой приз, который я выиграл на чемпионате России в 2017 году, еще в сентябре. Сейчас пойдем посмотрим, что это. Вот, наконец-то нашел магазин «Итал-ружье». И мы сейчас посмотрим, что ребята тут приготовили. Вот, кстати, Иван. Да, добрый день. Директор магазина, собственно. Я чай завариваю таким гостям обычно. Да. Замечательный человек, который придумал замечательный приз на чемпионате России. Пойдемте смотреть на приз. Да, приз мы уже приготовили, выложили, хотя еще не протерли. Сейчас начинаем только протирать, потому что, соответственно... Вот он, приз. 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 Бреда B12i. Чемпиону России 2017 года Ивану Романову. Да. Подружественные аплодисменты. Да, ура. На самом деле это очень круто, потому что это, наверное, один из самых дорогих призов в истории ружейного APC, которые вообще на самом деле были. Я таких не помню. Да, в свое время давали Сайгу, но надо понять, что Сайга-то она так раза в два так дешевле. Ну, собственно, вот коробочка с сужениями, ружьецо. Но я думаю, более подробно я уже его дома посмотрю. А сейчас пока вот такая вот радость. Да, кстати, сейчас чая нальем. Да. А, и вот еще, кстати, нюанс. Раз уж сюда зашли, просто я уже немножко осмотрелся. Здесь у ребят есть замечательное ружье, которое мне понравилось и на котором можно, собственно, посмотреть. Очень интересный момент. Вот оно висит по центру. Это ружье с коллиматором. Коллиматор Aimpoint, который сейчас активно используют финские ребята для стрельбы в модифицированном классе. Что интересно конкретно в этом ружье, это то, что точно такой же Бреда B12, но с низкой планкой. То есть видно, вот ружье выше с красным магазином, планка высокая, ствол 61, а это планка низкая, ствол 66. И на таком стволе планка получается ниже коробки, тем самым точка коллиматора, она более удобна, более низко расположена к каналу ствола. Поэтому, я думаю, для модифицированного класса вполне себе такой вариант неплохой. С учетом 66-го ствола дульник полноразмерный влезет без вопросов. Ну и хотелось бы дополнить информацию. Производитель выпускает Бреда B12 61 и 71 стволы с высокой планкой, а 66 стволы только с низкой планкой. Угу. Поэтому, ребят, будете заказывать, знаете, 66 низкая планка. Да, но опять же говорю, это очень неплохой вариант, потому что я вот сейчас покладывался в это ружье, коллиматор очень хорошо сидит, низенькая, точечка низенькая, то есть приклад чуть-чуть поднять проставочками и прям вот отлично. На этом пока все. Да, вот пошли пить чай, а сейчас я пока расскажу про тот комплект, который мы получаем. Ну, собственно, само ружье, состоящее в разобранном виде самого ружья, ствола к нему, цевья и обычные гайки. Штатно оно идет без удлинителя магазина, но это не особая проблема. Удлинитель покупается. Штатная кнопочка увеличенная. Кстати, у нее очень неплохая насечка такая, очень цепкая. Рукояточка. Ну и достаточно большая кнопка предохранителя. Ну, естественно, то, ради чего все это делается, это вот этот вот штатный заводской запил. Помимо ружья мы получаем в комплекте проставки, которые позволяют изменять погиб и отвод приклада. 5 дульных сужений, но одно из них вкручено в ствол. Роторный вот такой вот ключик, достаточно удобный. И то, чего нету на многих ружьях, типа там, допустим, той же самой Бенелли в комплекте, это антапка. Быстросъемная, прошу заметить. Да, кстати, вторая антапка здесь идет на гайки. Так что, в общем, в целом комплект такой нормальный, кейсик достаточно приличный. Я думаю, на этом с этим видео закончим. Более подробно с разборкой и посмотрим, что там внутри, наверное, когда я уже вернусь домой. А на этом все. Будем сейчас злоупотреблять.